умеет прекрасно. Она просто потрясающая. Здравствуйте. Очень рада вас всех здесь видеть. И надеюсь, что это взаимно. Такая модная. Да, она очень хорошая. Но голос у нее просто, ну, Ариана Гранде. Ариана Гранде, Селена Гомес. Она способна на все. Давай, красотка. Ты кричал, что ты делаешь? Ты это участнице кричал или у Сережи? Конечно, тебе. Я тебе кричал, потому что, ну, просто так, что ты делаешь? Что ты делаешь со мной? Что со всеми нами, что ты сделала? Ты как раз из всех, кто сегодня выступал, ты самая точно достойная того, чтобы вот вперед, вверх, потому что у тебя тот самый возраст, когда должно все начинаться. Мы это очень хорошо знаем, нам было примерно по столько же. И самое главное, что каждое твое выступление на этой сцене на голову выше предыдущего. Вот это очень тоже ценно. Выступление достойно финала. Вот по-настоящему финала. Финальной борьбы за первое место. 91 балл. Я не понимаю, чего не хватило девятерым. Не понимаю. И я передаю микрофон Льву Рудину. Передайте микрофон вниз. Ну, такие штуки выдавать в вашем возрасте, да, это требует, ну, преклонения. Да, была и мелизматика, да, были ноты, да, все, но вот... А почему-то, чем больше экспертов вставало, тем громкости у вас прибавлялось в голосе. Артистизма здесь не было никакого. Динамики выступлений не было никакой. Да, все остальное было. Голос хороший, потрясающий. Но над этим голосом нужно еще работать над самим артистом. Это мое мнение. Можно Николаю Ерохину передать микрофон? Пожалуйста. Премьер-тенор. Да, у вас есть очень хорошая техника. Но было много статичности, было много крикливых нот. Но при этом, при всем, вы очень многому научились за этот проект. Спасибо. Вы молодец. Спасибо большое. Николай. Вообще, я считаю, что
При чем вообще здесь артистизм? Так же самое, как «Извини, Коля», если стоять на сцене и петь первую арию Радамеса в «Аиде». Извини, тут думаешь, как на себе моль в конце выйти, и не думаешь уже артистично, что браво, показывать. Браво. И пока Николай 20 минут думает над моими словами, я не могу не представить прекрасного автора, композитора. Мы все танцуем под его хиты. Это и Полина Гагарина, это и Света Лобода, Артик Асти. Это «Девочка, танцуй». И все. Дима Лорен. И, кстати, Дима мне тоже написал в свое время песню. И сейчас, наверное, тебе есть что сказать для этой певицы. А может быть, у тебя даже есть песня для нее. Я хочу сказать, что у тебя потрясающий тембр. Потрясающий голос. Мне кажется, ты из всех участников, которых я сегодня видел, у тебя самые большие перспективы стать известной артисткой в России. А, это правда. Дима, ты... но тройка лидеров тебя уже вычеркнула из списка авторов. Но я говорю, не теряй клиентов, у нас не то время. Это по своему вкусу, по своему формату. И я, конечно, с удовольствием бы написал бы тебе песню, правда. Это было бы очень круто. Спасибо большое. Ну что ж, всем экспертам и всем зрителям жаль прощаться с Елизаветой Слышкиной. Но ее место с результатом 91 голос занимает Анаита Дамян. Ваша...